не нужно так сильно переживать за собственную внешность. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то изъяны, которые вы не можете исправить, то берите пример с Бориса Джонсона, с премьер-министра Великобритании, у которого очень комичная внешность. Он в какой-то момент понял, что с ней нельзя сделать ничего солидного из-за своей фишки. И у Бориса Джонсона, вы знаете, у него всегда такая безумная прическа на голове, потому что он за ней не следит. Вообще непонятно, видел ли он вообще, как выглядит парикмахерская. Но перед каждым эфиром, перед каждым интервью он делает не то, что вы порываетесь сделать, он не пытается себя привести в порядок, а пытается привести себя в беспорядок. Потому что в какой-то момент правильное движение – это движение в противоположном направлении. Условно говоря, я со своими волосами тоже ничего сделать не могу, и поэтому, в принципе, все меньше и меньше переживаю относительно того, что с ним происходит. Поэтому внешний вид, в принципе, не так принципиален. Просто найдите образ, в котором вы себя чувствуете комфортно, и постарайтесь, чтобы этот комфорт транслировался на окружающих вокруг, именно уверенность в себе, а не вашу прическу. Вот никто не предъявляет Борису Джонсону за прическу, и более того, если предъявит, то он будет на фоне Бориса Джонсона выглядеть непривлекательно, потому что Борис Джонсон, очевидно, чувствует себя в своей тарелке, вот в том образе, который он себе создал.